нормально дать, например, с удары. Давайте удары будут на втором стоять или на третьем. Оп, принял. Посмотрел, кому отдать. Отдал. У вас кто? Где мяч твой? Хорошо, сейчас попробуйте в парах. В парах попробуйте. Давай, сейчас. Упал, подбил, потом я упал, подбил. Давай нормально. Сергей, иди. Оп. Да. Оп. Не мне. Не мне. Вот упражнение, которое ты делаешь. Два человека там остается на месте. Ты кто? Ты не Ставим колонну. Кто второй у тебя? Арсений! Я во вторую тренировку без мячей проведу вообще. Ты где должен быть? Ты что, ты, так и что ты здесь делаешь? Ну, я тоже не знаю, что ты здесь делаешь. Два человека остается там. Ну, два. Побежали туда, туда. У вас полсорок. Ну да, побежал. Обратно передайте сюда. Вы сейчас бегать будете, вот так. Беги сюда, Арсений! Куда? Куда бить? Я не понимал, куда бить. Второй, там поставь второй на такси. О, пас, мяч! О, пас! Беги, туда побежал. Не ударит тоже. Видим, куда фишка направлена? В ту сторону. Да? Вот сюда фишка направлена. Человек, который оттуда получил передачу здесь, бежит. Бежим. Беги, беги, беги на меня. На фишку бежит. Стоп. Вот. Вы двигаетесь на фишку. Двигаетесь. Убрали вправо и отдали передачу. Понятно? У вас то же самое. Вы отсюда бежите. С той стороны идет передача, снимаем. Отсюда пас, отсюда убрали и пас. Хорошо? Сторона. Вот, хорошо. Ты убрал вправо. Yeah.
двигайся. В сторону. Делаем упражнение. А с каким мячом вы там будете? На меня беги. На меня беги. Убирай вправо. Я право. Какая разница, в какую сторону убирать? Большая разница. Право убирай. Право. Вот. Сели на попу. Ничего страшного. Понятно, куда бежать? Вы куда будете бежать, маленькие мои? Алло! Вы будете бежать сюда на бирку, чтобы я вас убрал в сторону и отдать мне не дать. Хорошо? Бля, Арсений! Потом еще одно будет 5 приседаний, только нормально. Ниже. Это не приседание. А, нет! А уже нельзя. Так, так, так. Да. Давай. Было? А там было. Шеренгу. Будем играть в футбол. Они вратаря почему? Видите все? Фишка! Это та зона, с которой забивать уже нельзя. Мы разводим. Давай, писать. На центр мяч. Малыши, играют в нападении все. Поехали. 5 минут у нас осталось. Здесь. Ой.
Удар! Майка разыгрывает. Ногами! Иди сюда, расскажу, как тебя сыграть туда. Где она слишком? Становишься в защиту. Твоя рука! Играй! Это класс, рука! Нет, это не наш счет. Пусть ваша, наша дали, по вашим. Дари по бровке, Миша. Я! С тобой! Зачем стоять? А я туда. Вот свободная зона, посмотри. А я где? Надо гром. Бей! Я не полностью с поворота. Бей! Какой? Объясните, в какой зоне нельзя забивать? Вот он свободный поставил разъем. Колено болит. Сейчас подойдешь, я тебя заморожу. Отворот. Не толкаемся. Минута. Артём, да. Вот, давай. Наш. Вот, хорош. Ну вот, смотри, поставил. И залупи туда к воротам. Отошли все на 5 метров от мяча. Ты сама? На 5 метров от мяча. Ну что, зачем тебе это надо? Нам нужно бухнуть!
Выходим за мяч. Нет, два раза. Потому что руки были умышленные. Готов? Пока что я кончу, остались.